Ну, здравствуйте, Марк. Пора на дрифт тебя расчехлять. Боже мой, что с тобой стало? Мотор-то хоть на месте? Как будто бы да. Сто раз проверить. Итак, в планах моторное масло, внешний вид, ободрать наклейки ненужные, наклеить нужные, помыть, почистить, подкрасить и фонари. Есть новые фонари, хочу поменять вот это вот безобразие. Пороги повесила, наклейки отклеила. Коля даже фонарик собрал. Причем я вам говорила, что собираюсь поменять на новые. Но в итоге обсуждали и решили, что все-таки новые приберегу. Отдам специалисту, человеку, который занимается вот изготовлением таких вот пластиковых деталей. Попрошу сделать мне корочки. Ну, то есть снять матрицу с фонарей и сделать корочки, чтобы уже не оптику портить на соревнованиях, а чтобы были всегда у меня запасные вот такие корочки. И да, бокс, смотрите, какой вместительный. У нас влезло сюда три автомобиля.